Я знаю, что тебе сейчас тяжело. У каждого из нас наступают сложные моменты, и именно в эти моменты становится очень трудно что-либо делать. Ты начинаешь заниматься всякой ерундой или вовсе ничем. Это ощущение душит, и ты каждый день пытаешься найти силы, чтобы выбраться. Ты каждый день пытаешься найти свежий глоток воздуха, чтобы хотя бы на минуту стало легче, но не находишь. Я знаю, каково это — терять все. Знаю, как сложно отпускать то, что у тебя было. Тебе, наверное, казалось, что у тебя никто не сможет этого отнять, но это случилось. Я знаю, каково это, когда тебя не понимают близкие. Знаю это чувство, когда ты винишь во всем себя, и как бы ты ни старался найти выход, ты его не находишь. Но я хочу помочь тебе найти его. Ты, должно быть, сейчас очень сильно расстроен. Но я на самом деле хочу, чтобы ты снова улыбался. Ты видел себя в эти моменты? Нет. Но именно твоя улыбка вдохновляет людей. Это как цепная реакция. Ты можешь заразить кого-то своей улыбкой, пусть это будет всего на пару минут. Этот момент, когда ты счастлив, прекрасен. А ради этих моментов и стоит жить. Я видела, как люди ломались. Видела, как люди говорят про других то, чего на самом деле не знают. Я видела, как люди делают других людей счастливыми. Я видела, как люди делали больно друг другу. Все эти события были в твоей жизни. И знаешь что? Это нормально. Мы тут, чтобы чувствовать и жить так, как нам хочется. Мы можем быть бесконечно счастливыми или бесконечно грустными, но запомни, счастье — это выбор, а выбираешь всегда ты. Знаешь, вчера я вышла на улицу совершенно одна и поняла, что упускаю море моментов, которые дарит мне жизнь. Я увидела закат, он был таким малиновым и волшебным, что ли. Я увидела маленького ребенка, который ел мороженое. Видел бы ты его счастливое лицо. И тогда я подумала, ему так мало надо для счастья. Я увидела своих старых друзей, они до сих пор дружат, а я перестала общаться с ними из-за своей замкнутости. Я увидела, как парень помогает женщине донести тяжелые сумки, и улыбнулась. Поняла, что вот оно. Вот все счастливые моменты, которые я упускала все это время. Я думаю, что тебе стоит выбрать счастье. Оно ждет тебя. Каждый день ждет. Дай себе шанс на счастье. Оно не может обойти тебя стороной, потому что ты заслуживаешь его, как и все люди на этой земле. Будь тем, кем хочешь быть. Если другим это не нравится, пусть. Никогда не слушай тех, кто пытается сломать то, во что ты веришь. Всегда защищай то, во что ты веришь. И если физически я не рядом, то мысленно я всегда буду с тобой. Помни об этом. И вспоминай эти слова всегда, когда тебе будет грустно.